В рамках Дня города в Сургуте прошла экологическая акция «День отказа от транспорта». Около 400 человек пересели из своих автомобилей на велосипеды, а кто-то даже встал на ролики, самокаты и гироскутеры. Стартовала колонна от театра «Петрушка» и проехала по проспекту Ленина. Завершился пробег на площади перед театром «Сургу». Стоит отметить, что принять участие в акции могли все желающие. Это, в общем-то, очень хорошая акция для города, когда мы хотя бы несколько часов посвящаем движению без атмосферного загрязнения. То есть это очень замечательная акция для жителей, чтобы поддержать экологическую атмосферу в нашем городе. Мне нравится кататься на велосипеде с семьей. Ну и я уже участвую не первый год. Это уже получается третий раз. Мероприятие увидел в интернете, решил посетить, увидеть велосипедистов, как к этому относится город Сургут и поучаствовать в этом мероприятии.